Я выбрал этот путь, красотка. Я выбрал этот путь. Я выбрал этот путь, ненаглядная. Я выбрал этот путь. Тетя! Кажется, у тебя хорошее настроение, Казим. А как должно быть, тетя? Как должно быть? Я всю ночь не спал, ей-богу. Этот специалист поднял мне настроение. Я тоже стану начальником. Больше не буду сидеть дома без дела. Представляешь? Ты опять гонишься за чем-то. Надеюсь, итог будет хорошим. Да гонюсь. Что сказать, гонюсь. В Антепе мы известные люди. Нас там все знают, но в Стамбуле нас никто не знает, но должны знать. Тетя, должны знать, весь Стамбул будет знать господина Кязыма. Я тебе обещаю. Ты знаешь, как говорят? Поспешишь, людей насмешишь. Вот как говорят. Не торопись. Ну не хочу, не хочу, не хочу ждать. Хочу быть быстрым. Послушай, я буду приказывать всем. Буду раздавать приказы, смотри. Предприниматель. Нет, бизнесмен. Бизнесмен Кязым Шанлы. Специалист принесет все отчеты. Посмотрим, что будем делать. Ах, Казым, ах! У тебя в доме дочь на выданье. Ладно, один раз пришел, но нельзя, чтобы в доме каждый день были посторонние люди. Почему? Что такого? Я уже 50 раз сказал тебе. Иди и поговори с Халисом. Попроси его выделить мне кабинет, я буду принимать гостей там и вести дела. Как я скажу такое, о Аллах? Чш! Ты что-нибудь придумаешь. Послушай. Надень свой бордовый костюм. Халис не сможет тебе отказать. Будь умной. Эсма! Эсма Султан! Готовься. Я из тебя буду делать госпожу. Будешь ходить рядом со мной, как султанша. Представляешь? А ты позволишь нам сесть за свой стол в своем шикарном кабинете, господин? Я думал, вы сыты. Думал, вы поели, когда готовили. Сядьте рядом, вместе позавтракаем. Что скажешь, тетя? Не возражаешь, тетя? Нет, дочка, мы едим то же, что и вы. Садись. А, я тоже так подумала. Спасибо, отец. Возьми сыр. Спасибо, дочка. Возьми оливки. Я очень счастлив. Я люблю эту жизнь. Жизнь прекрасна. Я так люблю жизнь. Давайте, ешьте, ешьте. Давайте. Давайте.